Здравствуйте, наши будущие абитуриенты. Я хочу рассказать вам о программе, которая называется «Детская журналистика». Это программа, которая носит интегративный характер. С одной стороны, мы готовим людей, которые будут работать в детских журналах, газетах, в детских теле- и радиостудиях. С другой стороны, эти же люди могут работать с педагогами в школе, в детском творческом центре, организатором внеурочной работы детей. То есть мы готовим людей, которые хотят быть и педагогами, и журналистами. Мы предлагаем вам освоить жанр журналистики, основы редактирования, основы рекламы, теорию и практику организации работы детских теле- и радиостудий. Мы готовим не только людей, которые хотят проектировать какие-то программы, создавать тексты для детей. Они еще будут работать с детьми, вовлекать детей в деятельность, которая связана с созданием текстов или каких-то других продуктов журналистики. Каким образом это происходит? Кто вовлекает ребенка в журналистскую деятельность? Прежде всего, это делает учитель, работающий с текстами. Это человек, который работает над научно-популярным текстом, учит детей их читать и создавать. Это руководитель кружка по журналистике в школе. Это может быть руководитель детской радио- или телестудии. Раз эта программа интегративная, то с нашими студентами работают не только преподаватели педагогического вуза. Уникальность программы состоит еще и в том, что мы привлекаем для ее реализации людей, которые работают в детских журналах, в достаточно популярных, людей, которые работают в детских телестудиях. Наша программа предусматривает стажировки в тех же теле- и радиостудиях. Таким образом, мы приглашаем в нашу программу всех тех, кто хочет в своей деятельности увидеть новые грани. Может быть, это педагог, который готов работать во внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования. Может быть, это не педагог, а человек, который чувствует в себе творческий потенциал и хочет его реализовать во взаимодействии с ребенком. И у нас есть отличная новость. На программе «Детская журналистика» достаточно много бюджетных мест, потому что сейчас общество как никогда заинтересовано в том, чтобы с детьми работал журналист с педагогическим образованием. Приходите к нам на программу, будем рады вас видеть.